Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, добрый день, глубоко уважаемый президиум. Уверена, что актуальность обсуждаемой темы ни у кого не вызывает сомнений, поскольку на сегодняшний день примерно 1 000 000 новых случаев рака желудка ежегодно регистрируется в мире, и почти 700 тысяч больных из этой категории умирает каждый год. Это пятая в структуре онкологической заболеваемости в России нозология и занимает 3-е место в структуре смертности от онкологических заболеваний. Естественно, основным методом лечения больных диссеминированной формой рака желудка является системная лекарственная терапия. Современные режимы химиотерапии представлены на слайде. Они позволяют не только увеличить медиану выживаемости больных, но и на протяжении достаточно интенсивного, длительного периода времени они позволяют сохранять качество жизни наших пациентов, что, конечно же, немаловажно. Признанным стандартом первой линии химиотерапии является так называемые платиновые дуплеты. Это комбинация одного из препаратов платины в сочетании с торпиримидинами, который позволяет увеличить медиану выживаемости больных до 10-11 месяцев. И при этом части больных в определенных условиях мы можем интенсифицировать режим и добавить к ним 3-й компонент. Это либо таксаны, так называемый режим DCF или режим FLOT, или режим FOLFIRINOX, который увеличивает медиану выживаемости до 17-18 месяцев. Но ценой более длительной, более высокой эффективности является цена более высокой токсичности. Поэтому эту опцию мы можем предложить только совершенно отдельной части пациентов. Касательно таргетной терапии, на сегодняшний день таргетная терапия распространяется только на больных так называемые HER2-позитивные формы рака желудка, то есть больные, которые имеют гиперэкспрессию рецепторов эпидермального фактора роста. И добавление трастузумаба для этой категории больных увеличивает медиану выживаемости до 16-25 месяцев. Но как бы мы ни лечили с вами больных, рано или поздно возникает прогрессирование заболевания, и рано или поздно встает вопрос о том, что же делать дальше. Анализ клинических исследований по оценке эффективности первой линии терапии показал, что по данным разных авторов от 15 до 75% больных доходят до второй линии. Но вот на практике эта цифра примерно колеблется вот в пределах 60-75%. И выбор второй линии он определяется прежде всего сроками наступления прогрессирования заболевания, общим состоянием пациентов и, конечно же, характером проведенной первой линии терапии. В том случае, если прогрессирование возникает в течение первых 3-4 месяцев или еще хуже, на фоне химиотерапии, в этом случае, если пациент находится в удовлетворительном состоянии, показано проведение химиотерапии второй линии препаратами, не вошедшими в первую линию. Ну а в случае, если прогрессирование возникает через 6 месяцев и позже, то в этом случае мы спокойно можем реиндуцировать первую линию химиотерапии. И что же у нас есть в нашем арсенале? На сегодняшний день наиболее оптимальной комбинацией, позже я объясню почему, является комбинация рамоцирумаба и паклитоксела. В том случае, если нет опции рамоцирумаба, возможна монотерапия токсанами, паклитоксел, доцитоксел и ринотекан, либо комбинация на основе ринотекана, это всем хорошо известный режим FOLFIRI. И совершенно новым направлением стало иммуноонкологические препараты, но в частности речь идет о пембролизумабе. И давайте чуть подробнее остановимся на тех опциях, которые на сегодняшний день появились вновь у нас. Сегодня мы живем с вами в эру иммунной онкологии. И очень приятно видеть, когда опухоли, например, меланома, которые длительное время считались аутсайдерами, то есть не было для лечения этой патологии ни эффективных препаратов, ни эффективных схем. И на сегодняшний день, благодаря внедрению иммуноонкологических препаратов, мы видим колоссальный прорыв вперед. Этот прорыв касается и частоты объективных ответов, вплоть до полных регрессов, и колоссального увеличения медианы выживаемости пациентов. И вот рак желудка, он не является исключением. При раке желудка тоже изучены эти препараты. В частности, речь идет о пембролизумабе. Этот препарат на сегодняшний день зарегистрирован для лечения рецидивирующего либо метастатического, либо местно распространенного рака желудка с экспрессией PD-L1 больше единицы и после предшествующих двух линий стандартной терапии.
либо в том случае, если имеется опухоль, которая имеет микросателлитную нестабильность. Основанием, то есть первые исследования, которые были проведены, это одно из исследований KITNOT-059, в нем приняли участие больные с данной патологией уже после предшествующей терапии, и частота объективного ответа пембролизумаба составила 15%. Это послужило основанием для интеграции более интенсивных режимов исследований. Вот исследование KITNOT-061, результаты его были доложены в этом году на АСКО. Это многоцентровое международное рандомизированное исследование с участием 148 центров в 30 странах мира, 592 больных распространенным раком желудка или кардиоэзофагеального перехода с признаками прогрессирования после первой линии платинового дуплета были рандомизированы в две группы. Первая группа получали пембролизумаб в фиксированной дозе 200 мг внутривенокапельно каждые 3 недели. Суммарно планировалось до 35 введений, это 2 года терапии. И вторая группа – это стандартная химиотерапия, паклитаксел еженедельно, 80 мг на метр квадратный, 1, 8, 15 день, каждые 4 недели. Лечение до прогрессирования, либо до токсичности, либо до отказа пациента, или решение исследователя о выведении пациента из программы. Первичная цель – это общая и безрецидивная выживаемость в группе больных, которые имеют экспрессию PD-L1 больше единицы. И вторичная цель – это частота ответа, длительность ответа, ну и, конечно, безопасность, которые изучались у всех пациентов. Если мы посмотрим на характеристики больных, то они были абсолютно сопоставимы в обеих группах, и касательно возраста, пола, и касательно характеристик пациентов. В группу пембролизумаба вошло 196 больных, которые... Ой, прошу прощения. В группу пембролизумаба вошло 196% пациентов с экспрессией PD-L больше единицы, в группе паклитаксела их было 199. И что же было показано? А было показано в общей популяции у этих больных, что пембролизумаб не увеличивает медиану выживаемости этих пациентов. 9,1 против 8,3 в группе паклитаксела. Но подгрупповой анализ показал, что от назначения пембролизумаба выигрывают пациенты, имеющие ЭКОК 0, пациенты с первичной опухолью в области кардиоэзофагеального перехода, пациенты с экспрессией PD-L1 больше 10 и пациенты, имеющие микросателлитную нестабильность. Касательно безрецидивной выживаемости, здесь вообще показатель этот в группе пембролизумаба был почти в 3 раза ниже, чем в группе паклитаксела. Касательно эффективности, пембролизумаб не увеличивает частоту объективного ответа, 16% в группе пембролизумаба и 14% в группе паклитаксела, но больные, ответившие на пембролизумаб, демонстрируют длительность ответа 18 месяцев, почти в 4 раза выше, чем в группе паклитаксела. Ну и, конечно же, подгрупповой анализ пациентов с микросателлитной нестабильностью показал, что эти пациенты, практически каждый второй, отвечает на терапию пембролизумабом, в отличие от паклитаксела. Если мы посмотрим на показатели выживаемости во всех подгруппах в зависимости от уровня экспрессии PD-L, то мы видим, что длительность медиана выживаемости на паклитакселе она абсолютно одинаковая – 8, 2, 8, 3, 8. А вот для пембролизумаба эта цифра существенно отличается. Меньше единицы, то есть отрицательно – 4,8, больше единицы, что считается уже положительным, в 2 раза выше – 9,1. Ну а в группе, где больше 10 уровней экспрессии – 10,5 месяцев. И какие же были выводы сделаны? Еще раз проговорю о том, что пембролизумаб не увеличивает медиану выживаемости больных, но отдельная подгруппа – это больные с ЭКОК 0, с локализацией в области кардиоэзофагеального перехода первичной опухоли, PD-L больше 10 и микросателлитная нестабильность. Пембролизумаб не увеличивает частоту объективного ответа, но больные, ответившие на пембролизумаб, у них медиана длительности ответа 18 месяцев против 5 месяцев в группе паклитаксела. Меньшая частота осложнений характерна для пембролизумаба, ну и, конечно же, требуется тщательный отбор пациентов, которые подлежат этой терапии. То есть надо выбирать пациентов, которые получат максимальную выгоду от назначения данного препарата. И в настоящее время проводится целый ряд клинических исследований по оценке эффективности комбинации пембролизумаба с химиотерапией. Одно из таких исследований в настоящее время проводится и в нашем центре, и мы, конечно, ждем результатов этого исследования.
Касательно HER2 позитивного рака желудка, в отличие от HER2 позитивного рака молочной железы, это в корне разные заболевания, потому что для рака молочной железы мы стремимся максимально долго продлить терапию антихер-2 терапию препаратами, то здесь антихер-2 препараты, они зарегистрированы только для первой линии. Основанием для этого исследования явилось исследование ТОГА, где было показано, что трастузумаб эффективен только в первой линии терапии. Другие исследования – это исследование ЛОДЖИК по оценке эффективности лопотениба, якобы при оценке эффективности пембролизумаба. Абсолютно негативное исследование, нет влияния на выживаемость. Добавление пертузумаба к трастузумабу абсолютно бессмысленно, потому что это равная эффективность одному трастузумабу. Ну и во второй линии ТДМ ничуть не лучше, чем монотерапия паклитаксела. Причиной этого является, конечно же, развитие резистентности. Это прежде всего потеря амплификации RBB2, то есть основного рецептора, на который воздействует этот препарат. Ну и в этом году НАСКО, также Макияма с авторами доложили результаты своего исследования. Исследование так, по изучению эффективности трастузумаба в случае развития рефрактерности к нему. 90-бальный HER2 позитивным раком желудка, которые получали терапию трастузумабом, были рандомизированы на две группы: паклитаксел, либо паклитаксел и продолженная терапия трастузумабом. И что мы видим? А мы видим, что абсолютно никакого нет влияния ни на безрецидивную выживаемость, не на общую выживаемость, то есть целесообразности в продолжении терапии трастузумабом в случае развития прогрессирования абсолютно нет никакой. Ну и, конечно же, мы знаем о том, что химиотерапия – это цитостатики, это препараты, которые не обладают специфичностью действия, и мы всегда стремимся найти какой-то иной путь лечения. И вот, конечно же, ростовые факторы, они являются наиболее перспективными. Это сосудисто-эпителиальные факторы роста и эпидермальные факторы роста. Так вот, к сожалению, для рака желудка все исследования, которые касались анти-GFR-терапии, они оказались негативными. Добавление панитумумаба или цитуксимаба, оно не только не улучшает результаты лечения, но и, наоборот, ухудшает показатели выживаемости больных. И совсем иная ситуация состоит с антиангиогенной терапией. Речь идет о появлении в нашем арсенале совершенно нового препарата. Это рамоцерумаб, это моноклональное человеческое антитело, иммуноглобулин класса G, который обладает высокой афинностью и специфичностью к внеклеточному домену второго типа сосудисто-эндотелиального фактора роста и блокирует взаимодействие с соответствующими лигандами VGFA, C и D. Нет взаимодействия, нет передачи сигнала, ингибируется рост сосудов и клетка погибает. В одном из исследований первой фазы была показана эффективность рамоцерумаба в отношении больных раком желудка, и поэтому было интегрировано исследование REGARD. Это исследование, в котором приняло участие 355 больных раком желудка или кардиоэзофагеального перехода, которые прогрессировали после первой линии терапии. Больные были рандомизированы в соотношении 1:2 в группу либо рамоцерумаба. Стандартная дозировка 8 мг на килограмм внутривенно капель в сочетании с поддерживающей терапией, либо только поддерживающей терапией, это плацебо-контролируемое исследование. Лечение проводилось до прогрессирования, либо до развития токсичности. И основная цель – это оценка общей выживаемости. Дополнительная частота объективного ответа, безрецидивная выживаемость, качество жизни и безопасность. И что было показано? Было показано, что в группе больных, получающих рамоцерумаб, в абсолютных цифрах разница небольшая, но разница была статистически достоверна. 5,2 против 3,8 в группе поддержки. Частота объективного ответа примерно 3,5 в группе рамоцерумаба и 2,5 в группе плацебо. А если мы посмотрим на контроль заболеваний, это сочетание еще со стабилизацией, то примерно половина больных ответили на рамоцерумаб, в отличие от группы поддержки всего 23%. Что касается нежелательных явлений, связанных с антиангиогенной терапией, представляющей для нас клинический интерес, то в основном это наблюдается явление артериальной гипертензии не более чем четвертой степени, а все остальные осложнения, такие как кровотечение, тромбозы, тромбоэмболические осложнения, протеинурия и так далее, наблюдались примерно равной частотой.
И, наконец, исследование Ригард, оно появилось в контексте уже других завершенных рандомизированных исследований. Напомню еще раз, рамуцурумаб 5,2 месяца выживаемость против 3,8 в группе поддержки. И если мы посмотрим, то мы видим, что эти показатели, они абсолютно сопоставимы с теми данными, которые мы получаем при лечении обычными цитостатиками. То есть один только рамуцурумаб дает прибавку выживаемости, которую мы привыкли видеть на классических цитостатиков – иринотекан или доцитоксел. Ну, естественно, возник вопрос, а что будет, если мы добавим рамуцурумаб к стандартной химиотерапии второй линии? И вот таким образом было регенерировано исследование Rainbow. 665 больных с признаками прогрессирования после первой линии химиотерапии были рандомизированы либо в группу плацебо и паклитоксела, либо в группу рамуцурумаба и паклитоксела в стандартных дозировках. Главная цель – это оценка выживаемости больных. И мы видим, что добавление рамуцурумаба дает абсолютную прибавку 2,25 в месяцах. Эта разница статистически достоверна. На 20% снижался риск смерти больных. Касательно эффективности и безрецидивной выживаемости, тоже добавление рамуцурумаба 4,4 против 2,9 месяцев, частота объективного ответа 28 против 16%. И, конечно же, хочется понять, какой портрет должен быть у больного, чтобы ему порекомендовать добавление рамуцурумаба. И вот проведенный анализ на основании этого исследования показал, что это, как правило, женщины моложе 65 лет, имеющие опухоль в кардиовертебральном переходе, кишечный тип опухоли, прогрессирующие через 6 и более месяцев после первичной терапии, имеющий, как ни странно, ЭКОК-1, а не ЭКОК-0, без метастазов по брюшине и с удаленной первичной опухолью. Всех интересует вопрос, работает ли рамуцурумаб при HER2-позитивном раке желудка. Мы видим, что в обоих этих исследованиях были пациенты HER2-позитивные. Частично они получали и трастузумаб. Если мы посмотрим на показатели выживаемости, то рамуцурумаб столь же эффективен и у HER2-позитивных пациентов, как и у HER2-негативных или пациентов, которые не получали трастузумаб. И мне бы хотелось представить вот еще вот такую статью, она была опубликована в прошлом году на основании этих же двух исследований, когда были выявлены прогностические факторы, влияющие на выживаемость наших пациентов. Это целая масса факторов, к ним относится неудаленная первичная опухоль, низкая дифференцировка опухоли, прогрессия раньше, чем через 6 месяцев, ЭКОК-1, метастазы по брюшине, высокий уровень щелочной фосфатазы, ЛДГ-СТ, нейтрофилез, лимфопения и низкий уровень натрия. Все это определяет как неблагоприятный прогноз. И вот в зависимости от сочетания вот этих факторов определяется прогностический индекс – низкий, средний, умеренный, высокий. И мы видим, что если имеется всего до двух факторов, то выживаемость этих пациентов 14,5 месяцев, а уже при высоком прогностическом индексе всего лишь 3,5 месяца живут пациенты. Ну и, конечно же, основываясь на этом, на сегодняшний день рамуцурумаб и паклитоксел – это наиболее эффективный режим второй линии химиотерапии, второй линии сочетания терапии, и, конечно, он выходит на сегодняшний день на первое место. Важно исходно планировать вторую линию, лечение должно быть абсолютно перспективным. Очень легко назначить первую линию терапии, но вот надо определить пациента, который будет подлежать активному лечению в дальнейшем, и планировать вторую, а может быть и третью линию терапии. Крайне важна последовательность режимов с учетом жесткого применения, жестких правил применения рамуцурумаба в комбинации, и, конечно же, важны сроки и вариант прогрессирования заболевания. Ну и буквально не могу не остановиться на нашем собственном опыте. Это клинический случай. Молодой пациент, 31 год на сегодняшний день. Анамнез заболевания начинается с мая 2015 года, когда появились признаки, поначалу думали, что это гастрит, снижение аппетита, тошнота. Лечение было назначено по месту жительства гастроэнтерологом, как лечение, планируемое для гастрита. Но терапевтического эффекта, конечно же, не было получено. За лето пациент похудел на 6 килограмм, появились явления дисфагии. И вот только в октябре впервые была выполнена фиброгастродуоденоскопия. В нижней
по правой боковой нижней стенке пищевода была выявлена опухоль, которая занимала 75% просвета пищевода, выполнена биопсия и верифицирована умеренно дифференцированная аденокарцинома. Компьютерная томография не выявила признаков прогрессии, не выявила признаков диссеминации процесса. И вот мы видим только вот эту огромную гастроэзофагеальную опухоль с поражением парагастральных лимфатических узлов. Диагностическая лапароскопия не выявила канцероматоза, цитологические смывы были тоже негативны. Стандартом является начало с переоперационной химиотерапии, что и было рекомендовано этому пациенту. 3 цикла химиотерапии комбинации цисплатин-ПФ и достигнут частичный регресс заболевания. Мы видим, как уменьшилась опухоль. Вторым этапом было выполнено хирургическое лечение. Это операция типа Савы Гарлока и гистологическое исследование уже окончательного операционного материала. Умеренно дифференцирована тубулярная аденокарцинома с инвазией в параэзофагеальную клетчатку сырозную оболочку. В 5 из 14 лимфатических узлов были метастазы. То есть стадия достаточно продвинутая была. HER2, неостатус был отрицательный. Да. Затем мы провели еще 3 цикла адъювантной химиотерапии, закончили в мае, но в сентябре уже признаки прогрессирования заболевания, огромный метастаз, абдоминальные лимфатические узлы подвздошные и врастание в первый, третий и четвертый сегменты печени. Мы выполнили в рамках расширенного доступа, начали химиотерапию комбинации рамуцирума паклитоксел, после третьего цикла частичный регресс, а после девятого цикла впервые был зарегистрирован полный регресс. Суммарно выполнили 11 циклов, и в настоящее время больной находится на поддерживающем режиме. И вот эти снимки, которые нам удалось достичь, обследование мы проводим каждые 3 месяца. Ну, вот я представила первые и крайние снимки. Это когда мы начинали лечение, ноябрь 2016 года, огромные метастазы. Настоящие, вот впервые выявлен полный регресс без отсутствия. И 14 ноября было очередное исследование. Сохраняется полный регресс и терапия продолжается. На сегодняшний день длительность терапии 25 месяцев, из них 16 – полный регресс. Ну и хочу поблагодарить вас за внимание, пожелать всем достигать как можно чаще таких регрессов и пригласить вас на очередной форум, который состоится 20-23 июня.